Представьте, что каждое утро начинается с возможности переписать свою жизнь. Ну что, здравствуйте, мои драгоценные сердца. Все те, кто сегодня пришел ко мне на расклад. И перед тем, как мы начнем с вами смотреть, что же нам хочет показать пространство, хочу погрузить вас в красивое, создающее ощущение релакса состояние. Остановитесь, пожалуйста, на мгновение и закройте глаза. Закройте глаза и сделайте очень глубокий вдох. И почувствуйте, как с каждым глубоким вдохом ваше тело наполняется светом. Я это, кстати, буду делать вместе с вами. С каждым вдохом ваше тело наполняется светом. А с каждым выдохом уходит напряжение и беспокойство. С каждым вдохом тело наполняется светом, а с каждым выдохом уходит напряжение. Мысли какие-то негативные, которые посещают вас периодически, да? Беспокойство относительно завтрашнего дня, относительно сегодняшних ситуаций. Беспокойство относительно личной жизни, здоровья, относительно ситуации, которая касается с вашими близкими людьми. И сейчас, уже сейчас, вы находитесь в абсолютно безопасном пространстве. И в этом безопасном пространстве мой голос, звук моего голоса обнимает вас. Я вас обнимаю голосом. И, возможно, вы сейчас почувствуете, как вас укутывает теплый, уютный плед. Если бы мы сейчас посмотрели на свои ощущения, то вполне возможно почувствовали бы любовь, принятие, понимание, очень бережное отношение к себе со стороны меня как проводника и со стороны пространства, которое тоже, знаете ли, не желает вам ничего плохого. И сегодня я хочу пригласить вас в удивительное, волшебное, мистическое путешествие. Путешествие с помощью карт Таро. И мы будем просить с вами совет от высших сил. Но знаете, это не просто расклад. Это своего рода мостик. Мостик в прошлое. И если мы пройдем по этому мостику, это даст нам гармонию, понимание происходящего и силу и ресурсное состояние для того, чтобы творить прекрасное будущее. Представьте, что ваши хранители, ваши предки, боги, с кем у вас сейчас есть контакт, все то, что вы считаете для себя высшими силами, уже собрались. Собрались в нашем с вами защитном круге. И буквально в эту секунду вы можете почувствовать, как они наполнены мудростью. Мудростью и, самое главное, любовью. Потому что они пришли дать вам подсказки. И они здесь, чтобы поделиться с вами важным, нужным и сокровенным.
компании здесь, чтобы вы смогли найти ответы на свои вопросы. И, возможно, даже для кого-то из вас это поможет увидеть свет в конце тоннеля, если вам кажется, что вы заблудились. Вам очень сильно не хватает наставничества, фонарика в темноте. И как знать, может быть, вы увидите ваше истинное предназначение. И для максимального погружения мне хочется, чтобы вы сейчас представили, что каждая карта Таро в этом раскладе — это письмо, это совет, это наставничество от ваших предков, от высших сил, от высшего уровня сознания. Это не просто письма. Это письма, наполненные силой. Это письма любви. И ваши предки, и высшие силы, и ваши покровители очень надеются, что эти послания вас вдохновят, дадут силу, мудрость и, возможно, даже послужат неким компасом в путешествии к самому себе, к своему истинному «я», к своим корням и к той мощной связи, которая делает вас частью чего-то великого и вечного, частью принадлежности к огромной вселенной, вселенной возможности, вселенной любви, вселенной безграничного сияния, внутреннего света. И пусть шелест карт и буквально каждое мгновение этого расклада именно здесь и сейчас наполнится глубоким смыслом и, безусловно, красивой, высоковибрационной, исцеляющей энергией. Но для этого вам нужно открыть свое сердце. И в этом безопасном пространстве откройте сейчас свое сердце для волшебства. И позвольте себе почувствовать связь с вашими предками, с вашими хранителями и с высшей точкой Вселенной. Позвольте вашему сердцу ощутить, как вас поддерживают и вас любят. И очень хочется, чтобы вы знали, что на своем пути вы ни секунды своей жизни не были одиноки, потому что ваши предки и ваши высшие наставники, они всегда с вами. Их мудрость, сила и знания. И в этом волшебном путешествии я тоже буду рядом с вами. Я буду направлять вас и поддерживать. И послужу сегодня источником и проводником для того, чтобы помочь вам раскрыть те секреты и послания, которые, возможно, запечатлены в хрониках Акаши, или они переданы через поколения. Это те удивительные секреты, которые помогают вам жить полной, гармоничной и счастливой жизнью. Если вы готовы сейчас принять мудрость и любовь, дайте себе намерение
открыть ваше сердце. Потому что энергия, которая прольется во всех трех вариантах, она целительная для вашей анахаты. Возможно, после этого расклада вы ощутите некую гордость, потому что вы часть чего-то великого, мощного, мудрого, достойный наследник истории своих предков и взаимодействия с теми мощными эгрегорами, которые привели вас сюда. Ну что же, добро пожаловать в это волшебное путешествие. Открывайте дверь, потому что вы вернулись домой. И по традиции три камня, и каждый из этих камней – проводник в одну из точек реальности. Сейчас произойдет загрузка информации по всем трем вариантам. И 100% вы где-то найдете что-то свое. Итак, камень зеленый, камень оранжевый и камень синий. И в инфобоксе время начала вашего видео. Это для тех нетерпеливых, которые не хотят слушать мои болталки. Ну, а между тем, если вам нравится энергия, в которой вы сейчас находитесь, и вы хотите также, добро пожаловать в проживание старших арканов и в мои продукты, которые наполняющие силой, не больше наполняют, ничего не забирают, ничего от вас не требуют, а просто раскрывают вам много житейской мудрости. И все ссылки спрятаны в описании под этим видео. Ну что же, единички, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Давайте смотреть происходящее с вами. Работаем сегодня на круглом Таро, но я не буду его разворачивать какими-то негативными моментами. Я так хочу сказать, здесь, скорее всего, за вами действительно сейчас наблюдают высшие силы, потому что вы находитесь в каком-то периоде искушения, при этом нам показывают карту дьявола, и, может быть, мы ее немножко не проходим. И такое бывает, когда нам необходимо закрыть гештальт прошлого. Я уж не знаю, конечно, что сейчас на небе, но ощущение, что всплывают теневые представления о себе, а как мы с вами понимаем, теневые представление о себе, вот мы про себя как-то нехорошо думаем, да, и если мы, не дай бог, думаем, что с нами что-то не так, мир начинает нам это показывать, и вот по первому варианту явно вам где-то кажется, что что-то, понимаете, поднялось на поверхность, какая-то муть, понимаете, какая-то пена, какая-то грязная вода, от которой необходимо избавиться, да, то есть это не вы, это вы так про себя когда-то думали. Вот в этом дьявол перевернутый, да, что мы немножко вот в эти энергии не проходим. У нас слишком много негативных установок, которые связаны с тем, что мощная материализация, да, то, что мы можем материализовать в пространстве, то есть за это не нужно платить. И часто нам почему-то кажется, да, что мы там, допустим, за ресурсных партнеров должны там платить своей гордостью, там, не знаю, за наличие денег мы должны платить какими-то качествами своей души и прочее, да, то есть мы себе придумаем действительно какие-то установки как бы на пути к нашим истинным желаниям. Ну что же, в каких энергиях находимся? Хотя, видите, у нас подколодная карта, все-таки дьявол, он перевернутый. В каких сейчас энергиях находимся? Вот. А в энергиях, наверное, которые очень близки к тому, что я называю медитативное состояние, потому что сейчас время чила, время отдыха, время себя пересобрать. А пусть вас не пугает четверка мечей, это не всегда означает, что вас заблокировали партнеры, которые вам нравятся, да? Ну, потому что вот такая, знаете, карта блока. Опять же, четверка мечей – время, когда вам необходима перезагрузка. Возможно, ваше тело устало, понимаете? Или, опять же, очень много негативных мыслей. Вот если обратить внимание на нашего персонажа, у него голова, смотрите, выделена прям отдельным вот этим синим светом, синим и фиолетовым, да? Вот. И есть ощущение, что вы слишком много думаете, слишком много прокручиваете, слишком много себя обесточиваете, наверное, этими мыслями, да? О чем же вы так активно думаете?
О чем же вы так активно думаете? Вы, наверное, думаете о ваших перспективах, да? Может быть, это вопрос, который связан с какими-то рабочими планами, потому что как бы вот тройка жезлов, да? Может быть, в вашем пространстве сейчас возникают люди, которые, в принципе, могут вам предложить какое-то сотрудничество, да? Возможно, выход на новый уровень. Это как может касаться бизнес-отношений, так это может касаться там отношения любовного характера. Ну, не знаю, для меня как бы тройка жезлов. Вот, видите, на самом деле вы не готовы пока к вот этим процессам по-честному. Не готовы, поскольку они для вас слишком стремительные, да? Слишком стремительные. А мы пока взвешиваем все за и против. Хорошо. Ну, то есть как бы события должны достаточно яркие, да, в вашей жизни случиться. И что же об этом говорят ваши предки, хранители, да, высшие силы. Что же за ситуация сейчас с вами происходит? Такая интересная, все-таки у нас с вами двойка пентаклей, да? Держи, пожалуйста, себя в балансе. И для того, чтобы... Мне прям нравится энергия здесь в двойке, да, пентаклей. Нужно взвесить все за и против. Нужно все четко просчитать. Для того, чтобы вот эта змея, она выпуталась, да, между вот этих двух деревьев. То есть нужно, если она просто рванется в сторону, она вполне возможно, да, себя повредит. Да, тройка жезлов. То есть это не время для резких действий. Это время обдумывания, это время прописывания стратегии. И опять же, если речь идет о каких-то финансах, вы знаете, там все акции скупают. И вы такие, раз, мне тоже надо. И все типа потеряли, короче, деньги, да? И вы тоже. А надо было головой думать. Нас вот предупреждают высшие силы, что мы сейчас должны держать голову в холоде. Да? Почему такое происходит? Да? Давайте, чем нам грозит вот какой-то вот быстрый рост, да? Быстрый какой-то импульсный процесс? Да на самом деле ощущение, что пространство, как нам кажется, оно как будто готово к нам развернуться, да, и нам кажется, что вот мы прям поскакали вперед, а нам говорят, обдумывай все, потому что это время чила, и все-таки это чашка у нас получается, да, рыцарь. И мне, кстати, здесь он напоминает даже больше пентакль, потому что для меня здесь движение должно быть медленное, медитативное, конечно же, из любви к себе. Да, то есть нам говорят, в первую очередь, да, пойми вообще, чтобы произошли, в общем, какие-то действия, да, вполне возможно, ну, необходимо вот выждать. Сейчас еще прям приведу пример. Ну, к примеру, у вас там намечаются какие-то любовные истории, и если, допустим, случится прям быстрая какая-то там вспышка, там, one night stand, или, допустим, там, friends with benefits, да, то есть вот эта вся история, вы там либо человека можете потерять, либо свою самооценку, да, а здесь нам показывают, что вот эта любовь и отношение к себе благостное, да, оно вызревает медленно, да, никуда не торопитесь. А что вы получаете, если вы не торопитесь? Что вы получаете, если вы не торопитесь? Получаете абсолютно какие-то новые шансы. Возможно, если вы не цепляетесь за прежнее, да, то по шуту вас вот выталкивает в будущее, да, вот какое-то прям новое начало. Или, знаете, если вот люди рядом с вами не будут столь ярко-яростно жезлово и по-овновски проявляться, да, то есть потому что есть какой-то, видимо, период прям перехода, да, к каким-то интенсивным действиям. Вы смотрите, например, там в спортзал там пошли, а вы достаточно давно не занимались, и как взяли там, знаете, лишнюю нагрузку там на ноги, а потом ходим, да, как кавалерист. Ну, или, знаете, спину там сорвали, да, то есть не торопимся. Не торопимся, да, и исследуем новое начало. И оно, безусловно, придет, понимаете? Оно, безусловно, придет. То есть, если я читаю для практиков, есть ощущение, что должны прийти новые энергии, вы беситесь, потому что вам резко хочется их пропустить. Не время, потому что вы к этому не готовы. И в первую очередь вы головой не пропускаете это все, да? А вот и состояние бережности, любви к себе все случается. Поэтому здесь смотрите, основной совет как бы от высших сил, да, мы не торопимся, мы чилим, мы на расслабоне.
Если у вас есть действительно возможность побаловать свое тело массажами, там, спа, да, каким-то красивым комплексом, там, упражнений, может быть, да, то есть если это физическое упражнение, да, то это, скорее всего, допустим, не воркаут, там, а какая-нибудь расслабляющая йога, там, да, там, если асаны, то они не должны там быть слишком с мощной физической нагрузкой. На кайфе начали на расслабоне. Да, на кайфе, на чиле, на расслабоне. Собственно, если мы так с вами, не удерживая ситуацию, мягко плывем по течению, то нам это позволяет преодолеть, смотрите, вот тот как бы кусочек жизни, который, возможно, нам когда не давался, знаете, вот дверь, которая не открывалась. Ну, потому что я вам сказала уже, что я буду только в прямых позициях, да, там, тащить карту. И здесь приходит что-то новое, возможно, даже уровень выше, потому что вы где-то париться перестали, да, и перестали себя как будто насильно удерживать на том уровне, который вам просто больше не соответствует. Понимаете? Потому что здесь, правда, могут быть некие откаты. Она говорит, слушай, подумай, пожалуйста, потому что тут, скорее всего, время закрытия гештальтов. И, наверное, вы очень крутые, у вас классная терапия, или вы достаточно давно смотрите мои расклады, потому что какие-то травмочки будут всплывать. И, соответственно, для того, чтобы как бы закрыть гештальт, нужно понять, ага, все понятно, все, я в это больше не иду, да? Или, например, там, зачем вы там меня торопите принимать решение, я должна все хорошо подумать, там, сходить к адвокату, там, да, там, в общем, проконсультироваться. Ну, тут какой-то такой момент. Не торопитесь, пожалуйста. И как бы это основная энергия у нас первого варианта. Когда мы не торопимся, да, нам показывает, что мы успеваем сильно больше. И здесь может начинаться этап новой жизни, но тогда, когда вы к этому готовы. Да, может быть, это даже, знаете, шанс поменять отношение к себе. Да, не хватает на шведском столе то, что не доели другие люди. Окей, вот такая вам позиция. Двоечки, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Сейчас, секунду. Смотрим происходящее с вами. Сейчас перетасую колоду. Она, кстати, отлично работает на взаимодействие с высшими силами. У меня сейчас еще прожигаются свечи на очищение пространства. Стоит лавандеря. Мои прекрасные мама и папа, как языческие ипостаси. Силы природы. Такое вот ощущение внутреннего дзена. Хорошо, что у вас там на дне колоды? Да что, вы сговорились с первым вариантом? Как я не тасовала колоду, дьявол? Ладно, я дам еще шанс. Ну, звезда. Окей, хорошо. Мы быстренько с вами переобулись в пространстве. Наверное, вопросы пойдут как бы про вашу духовность, про вашу ценность. Итак, энергии, в которых вы находитесь сейчас, что с вами происходит? Ну, смотрите, резкий уход, резкий переход. Почему? Потому что все. То есть, ну, я так больше не хочу. Я, посмотрите, как красиво. Здесь есть крылья, которые мы отрастили, да, при этом этот барашек очень похож, видимо, на золотое руно. То есть, смотрите, видимо, есть что-то ценное, да, в нас. И мы это берем и уходим. Мы берем ценное, да, и уходим. А еще хочу сказать, ну, это так, знаете, немножко такая пасхалочка, потому что я писала 10-ю главу манифеста и составляла вам там призыв на проявление фамильяра в вашу жизнь, да, помощника. И я хочу сказать, что вы его встретите, но не там, где рассчитывали. Ну, это просто вот послание для моих студентов, кто мне в манифесте сейчас. У меня просто есть курс по изучению практической ветки колдовства с точки зрения антропологии. С точки зрения языческого, да, witchcraft. Вот когда вы говорите о том, что я там не называю это на русском языке, что за выпендрёж там, да, почему так? Ну, именно потому, что там источники из как бы любви и уважения, естественно, я использую английские слова, потому что там первоисточник. Почему мы должны называть это как-то по-другому? Итак, шестерка мечей. Сложный, возможно, уход. Сложный переход. Знаете как? Вот я хочу посмотреть, что за баран все-таки. Потому что мне хочется читать его как золотое руно. Ну, как знать. Что вы с собой тащите?
надо ли это тащить. Потому что это всяческое, знаете, может быть, очень часто еще уже шестерка мечей, это же еще карта родового наследия, да, и мы вот этого барана, родственника с собой там куда-то перевозим. Сейчас посмотрю. Но при этом смотри, есть крылья все-таки, да. Получается, что это как граница, получается, двух миров. Мир проявленный, мир непроявленный. А тут просто у меня кто-то жжет магические свечи, и мне, конечно, выкидывает в иное пространство. Я это, знаете, прям пляшу, в общем, между двумя измерениями сейчас. Потому что для меня это правда путешествие, смотрите, соединение получается. Это, да, земная вот эта поверхность и получается небесная, да. То, смотри, между небом и землей ощущение перекрестка. Вот абсолютно магическая карта. Может быть, вы правда сейчас находитесь, знаете, в таком пространстве, которое является неким лиминальным, да. Лиминальное пространство – это портальное пространство, где, правда, у нас, знаете, вуаль истончается, и мы можем общаться, да, с миром. Из мира проявленного в мир непроявленный. Но и такое ощущение, что мы что-то тащим с собой туда. Если все-таки это какое-то практическое применение, то это достаточно сложный переход, да? То есть, что за баран все-таки? Давайте посмотрим. А, понятно. Слушайте, а баран, это знаете о чем? Вот в этом контексте. Это, скорее всего, желание, которое вас мучает. Это не закрытые гештальты, это то, что вы не обуздали, возможно, свои страсти. У кого-то это ложное представление о себе, потому что, знаете, как нам показывают, вот ты хочешь на следующий уровень уже, да? Чего ты вот это прежние свои какие-то установки, да, прежние привязанности пытаешься тащить дальше? Может быть, это связано с человеком, может быть, это связано, не знаю, с каким-то прошлым вашим опытом. И буквально, смотрите, вот у нас такой баран, да, и здесь тоже у нас вот этот момент, да, с рогатыми там, существами связаны, буквально прям показывает что-то рогатое, короче, вырастите. Ну, возможно, сейчас практики забьют тревогу и скажут там о том, что... А вдруг это какая-то суща у меня подцепилась? Кстати, такое правда может быть. Но здесь вы знаете лучше, как там себя чистить. Суща подцепилась какая-нибудь к вам, ребят? Ну, кстати, вполне может быть. И ощущение может быть о том, что нам бы усилить, скорее всего, наши защиты. Потому что, опять же, восьмерка жезлов означает о том, что... Ой, слушайте, но, наверное, это какие-то травмирующие моменты могут всплывать. Опять же, незакрытый гештальт. Это вот эта пена дней, которая поднимается на поверхность, и вам просто нужно ее убрать, да? То есть мне прям подарили девчонки красивую метафору в магическом чате, да? Это когда ты варишь бульон, мне кажется, что и вода чистая, там и мясо чистое, а потом все равно грязная пена начинает всплывать. И здесь вот эту грязную пену, ну, просто ее необходимо убрать, да, шумовкой. Соответственно, и вода останется чистой, да, то есть это просто пена. Такое, знаете, бывает, что ты же приходишь на берег моря, а море после шторма, да, и оно очищается и выкидывает все ненужное. Не знаю, как вы, для меня есть некий момент умиротворения внутреннего, когда я прихожу на берег моря, там после шторма, обожаю вот это состояние. Понятно, что выкидывает много вот эти, знаете, палочек всех, палочек и водоросли. И водоросли, когда на морском берегу, знаете, они под воздействием солнца, понятно, что это была же как бы трава, и она там жила в этой воде, да, и там микроорганизмы и прочее, и она начинает подгнивать. Вот этот запах йода, он потрясающий, он какой-то, знаете, прям настолько освежающий, настолько дурманящий, да, и ты понимаешь, что действительно море, оно тоже живой организм. И оно вот выбрасывает из себя все ненужное. Я, мне кажется, прям упоротый какой-то экологист, что касается прям моря, потому что очень часто наблюдала, как много мусора плавает в море. Мне прям физически это все обидно и неприятно наблюдать. Потому что, ну, это живой, да, все-таки организм, мы это все загрязняем. И вот эту метафору хочу вам подарить, чтобы вы просто понимали, что сейчас период чистки. Период чистки, когда будет всплывать всякое,
когда, кстати, могут быть какие-то вопросы на уровне тела, психосоматики, когда могут обостряться там, не знаю, различные, ну, знаете, вот какой-то момент непринятия, да, у нас внутренний гнев, бац, там прыщик какой-то вылез. Не на носу, не то, чтобы нас там кто-то влюбился, а вот просто, да, такой немножко комочек этого, да, белого гнева внутреннего. Или, да, допустим, обострение каких-то аллергических реакций, раздражение какое-то. Или у девчонок что-то по-женски может быть, потому что, опять же, психосоматические, может быть, какие-то обиды там на мужчин, может, еще что-то, да. Или, например, там, допустим, вы сталкивались с какими-то неблагоприятными для себя факторами магического порядка, и кто-то просто видел, какая у вас классная, вкусная, не знаю, как по-другому сказать, энергетика, и решил вам бахнуть низы. И вы там либо отправили обратку, либо как-то себя защитили, может быть, еще что-то, потому что я знаю, что у меня много практиков там смотрят, и нам прям показывают, смотри, что тебе такое ощущение, что, может быть, была атака, да, но как будто вот родовая защита, здесь хранители сейчас говорят, да, вот тебе помогли. Тебе на самом деле помогли, но если это все задело по касательной, это все прям выходит, да, в виде чистки. Я знаю, что много девчонок смотрят, и это, правда, могло, может означать некое, знаете, когда у нас там чуть-чуть циклы сбиваются женские. Ну, вот что-то такое, знаете. Мужчины, это не для вас, если вы слушаете. Ну, может, у вас тоже какие-то процессы внутренние. Да, период чистки нам показывает период очищения. От чего мы очищаемся? Ну, расскажите мне. Ну, так вот, смотрите, это, скорее всего, знаете, как раз наши незакрытые гештальты, да, и вот и травмочки наши, и они все, ну, поднимаются сейчас на поверхность, и их просто нужно даже... Здесь показывает, что она там голову какую-то срубила или что, вот видишь, у нее там нож, да, восьмерка жезлов, то есть она прям по справедливости, скорее всего, это сделала, не знаю как. Интересно мне, конечно, почему на восьмерке жезлов у нас дама с ножом, нож голову какую-то тащит, вот. Ну, как бы сам факт, да? И вот обрати внимание, у нас с тобой шестерки и восьмерки, да? И еще и карта дьявола. Это 100% какой-то кармический урок, который ты все никак не можешь пройти, да? И, может быть, то, что сейчас всплывает, это даже не с этим сильным воплощением связано, потому что это очень давняя история, да? Шестерки, карты родовые, это карты, где мы выбираем свой путь, и при этом мы как будто не можем его выбрать, потому что здесь у нас как бы восьмерка, если мы его так вот перевернем, мы видим, что это просто вот лемниската, да? Вот, это бесконечные эти процессы движения. Но вообще, восьмерка — это же еще некое ощущение лабиринта, некого квеста, который вам дают, потому что знают, что вы его пройдете. Потому что если у меня нормально проживали арканы, не филонили, я говорила о том, что, собственно, в восьмерке мы получаем некий подарок силы, а вы его уже получили, да? Ну, в девятках, условно, мы уже им умеем пользоваться, да, в десятках это максимально наш накопленный потенциал. Ну, так вот, если просто. Вот здесь мы, правда, получаем какой-то подарок силы, если закрываем прошлые гештальты, да, то есть получается, что сейчас от нас будут отсекать те каналы, куда мы сливаем энергию, а сильно как-то и не надо. И вот вы сейчас почиститесь, это 100%, кто-то, может быть, даже будет делать какой-то, знаете, ножом ритуальным, там, атамом, да, течение пространства, кому-то надо, видимо, с этим поработать, кто-то свечами, кто-то еще как-то. И будут всплывать вот эти все персонажи, которые подъедали вас. Травмочки всяко разные, знаете, ложные представления о себе, потому что ощущение, что вам там, извините, делают какую-то ментальную колоноскопию. Если у вас был такой прекрасный опыт, да, такую, давайте, ментальную клизму, короче, вам ставят. Почему? Вот для того, чтобы почистилось пространство, и все вот это ненужное, как бы, да, выплыло, потому что тут вот психосоматически еще некий запор может быть, как хотите, да, почему? Потому что вот ощущение, опять же, удерживания, да, ощущение каких-то там камней. И раз уж пошла такая пьянка, проверьте, пожалуйста, что у вас с кишечником, а что у вас с почками происходит. Это так просто вам, да, совет из пространства, потому что психосоматически вы действительно можете, к сожалению, да, вот, немножечко, как это объяснить, ну, как бы катализировать процессы, и, соответственно, психосоматически эта штука может вылезти.
да, там камни в почках. Но мы видим, да, смотри, получается, вот она жидкость, и что-то ненужное нам плавает. Сплыло. Хорошо. И вот, собственно, вот эти процессы чистки от пространства, да, к чему должны привести? К тому, что у тебя появляются энергии по семерке жезлов, они типа появляются, да, энергии на сопротивление, да, энергии на то, чтобы что-то в этой жизни изменить, да, или, например, к чему-то прислушаться, то есть опять нас отправляет в какое-то состояние дзена, мой котик, если ты сейчас не обратишь внимания, что с тобой происходит, то немножечко тебя опять вот, вполне возможно, даже психосоматически чуть-чуть, да, подударит. Вот, и есть, наверное, ощущение, что у тебя как будто нет сил, но здесь такое, знаешь, благостное послание серии, что тебя охраняют, да, тебя берегут. Берегут, и ощущение, кстати, что с тобой общаются через сны. Через сны что-то тебе хотят показать. Хотят показать, что у тебя достаточно мощная защита, да, что ты там справишься, да, что... Если правда нужно справиться с какими-то сложными ситуациями, тебе вполне возможно кажется, да что, за что мне это все, потому что вот ты, скорее всего, да, закрываешь лицо, там руками лежишь на семерке жезлов. Ну, сложный такой период, да? Что за фигня тут со мной происходит? Все говорят вообще, что с любовью на тебя смотрят. И что же они от тебя хотят, да? Твои хранители, высшие силы, как тебе надобно сейчас поступать? На самом деле вспомнить, кто ты есть. И вот обрати внимание, что это туз пентаклей, да? Что ты действительно прям ребенок, которого берегут, вот этот дракон с желудями. Что ты знаешь, как получается, как семечко большого дуба. Здесь так красиво, что это желуди, да? И я тоже, кстати, давала недавно медитацию, ну, с тем, чтобы соединить свою энергию с мировым древом. Это в манифесте тоже для продвинутых. И там как бы смысл в том, что да, ты становишься прям частью сознания, или помните, как вот эти были, как они, эйвы, да, в этом, в аватаре, да, советую пересмотреть еще что-то, потому что тебе прям показывают, что ты часть сознания, тебе нужно просто соединиться с вот этим большим глобальным сознанием, и ты поймешь, как сильно тебя любят и защищают, потому что ты правда частью вот чего-то общего. Вот, и нам показывают, что нам не нужно это забывать. А еще странное, конечно, такое послание для, ну, для вас, как будто правда будет важно, да? Посадите маленький дуб. И здесь вот такая вот уже интересная история, что как будто этот дуб, он правда может стать началом чего-то прям большого, да, возможно, даже какого-то семейного древа, да, потому что здесь нам показывают, что вам, видимо, да, закрывать прошлые какие-то двери, сквозняки и начинать новый путь. Может быть, вы действительно станете там, знаете, каким-то моментом уже родоначальником какой-то родовой системы или принесете что-то в родовую систему, должны принести то, чего в ней не было раньше, то, что позволит ей не деградировать, потому что у вас абсолютно все качества для этого есть, вот показывает нам такую интересную шестерку жезлов. Насколько вы сейчас с этим справляетесь, всем справляетесь, у вас абсолютно все ресурсы есть, и там, если вы заметили, тоже есть некий защитный круг, где вам показывает, что вас охраняет и берегут. И вот эти процессы, которые происходят, это просто, вот, знаете, та очистка, которая вам необходима, да, чтобы вы избавились как бы от всего лишнего. Потому что очень хотят, чтобы вы не болели ментально. Вы очень сильно ментально болеете сейчас. Ощущение потери пути такое, да? Расфокус. Кто я, что я, не совсем понимаю. А тут просто вам очень сильно помогает трансформировать пространство, потому что вы не в своих энергиях сейчас находитесь. Там вас вы как-то подзапутало немножко. Так, ну что, троечки, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Смотрим происходящее с вами, мои прекрасные. Я буду вам сейчас вытаскивать подколодную карту. Надеюсь, что там не змея. Потому что главная мудрая змея – это я сегодня. Так, ну что же здесь? Ага, шестерка жезлов, но она перевернута. Ощущение, что у вас может быть сейчас некое уязвленное самолюбие, да? Со мной так нельзя.
да, со мной так нельзя. Но я не могу понять, почему в моем пространстве все равно, как бы, да, присутствуют люди, которые где-то не дают мне, что ли, самоутвердиться, потому что я хочу о них самоутвердить свою ценность. То есть я хочу, чтобы мир подсветил мне мою ценность через людей. А, к сожалению, происходит такое, что люди мне отражают то, что где-то есть ощущение некой потерянной ценности. Хорошо. А в каких энергиях вы находитесь? Ого. Так, ребят, кстати, здесь действительно сразу совет. Может быть, вам немножко нужно выйти в древнеегипетскую историю. Я, кстати, тоже к этому прислушаюсь, потому что я, когда тут перебирала свою литературу, у меня есть случайно купленная книга «Маат», «Маат инициации», и я так понимаю, что, видимо, тоже меня куда-то туда тянет. Вот. Ну, если вы правда чувствуете связь там с Древним Египтом, понимаете, если вам снятся там какие-то сны, ну, вот смотрите, какая красивая энергия у нас, да? Это, насколько помню, король жезлов. Да? И вполне возможно, вы можете сейчас считываться как очень такая, знаете, сильная маскулинная натура. Это не про то, что вы теряете свою женскую часть, девочки смотрят. Ну, может быть, вы правда предпочитаете там джинсы, да, скрывающие там прелести вашей фигуры. Ну, какие-нибудь, знаете, безразмерные, там, потому что сейчас это все модно. Стильно, да, и мы как-то хотим, знаете, в своей жизни, ну, больше быть в каком-то даже casual формате, который нас, знаете как, который нас не замедляет, потому что хочется движа, да, хочется на самом деле движа. Здесь, правда, вы можете чувствовать желание, например, там, надевать какие-то брючные костюмы, потому что не хватает какого-то бизнесового движа в вашей жизни. Не хватает ощущения некой статусности, может быть. Золота, ребят, вам не хватает, да? Сейчас, кстати, какая-то новая трендовая история, что если мы раньше упарывались по серебру, да, то сейчас золотом, да, что-то в тренде, и, может быть, вас будет тянуть на какие-то минералы, там, да, с золотой там рудой или желтого цвета. Такая солярная, очень такая, да, мощная история. Но вот вполне возможно, египетская символика будет сниться. Кто-то хочет себе, допустим, ангх набить. Есть у меня тоже такая история, когда там на ретрите, да, в Турции одна прекрасная женщина рассказывала вообще, что хотела набить себе египетский символ. Я, говорю, даже не совсем прям понимала, зачем мне это надо. А вот на нее посмотришь, что вообще в жизни вот не скажешь. Ну, она такая прям... Вот она бизнесовая, она степенная. Я очень люблю, у нее очень крутые энергии. Для меня, конечно, было удивительно, когда она говорила о том, что у нее связь с... с богами там египетскими. Интересно, конечно. Так, как вы сами себя чувствуете в этом всем? Потому что вы так немножко все-таки в каком-то состоянии там брони, может быть, мы можем включать какое-то чуть-чуть лицемерие, высокомерие, там, да? Потому что королевская какая-то природа прям прет. Но при этом самое интересное, что у нас опять это еще одна подколодная карта, ощущение, что вас прям выше, конечно, жестко испытывает на эго, потому что пятерка пентаклей, да? Мир не подтверждает мне вот это мое статуса королевское величие. Ладно, давайте смотреть. Я ж такая умница, я такая цанца. На меня красавицу не налюбоваться. Помните, такая мантра была? Мне кажется, я для вас составлю когда-нибудь. Так, что еще у нас интересно? Жезловы вы, мои дамы. Ого, слушайте, ну, смотрите, ощущение, что либо кто-то пытается давить ваше пространство, время отстаивать границы, вспоминать, кто я на самом деле, да, и как бы со мной так нельзя, и, собственно, вот ваш коврик у двери, уходите, и уходите к хренам все, да, потому что здесь действительно желание
расставить границы. Вот обратите внимание на четверку пентаклей, да? Как они тут все пытаются, как это сказать, ограничить пространство. Почему такое сейчас с вами происходит? Почему происходит? Почему люди пытаются ворваться в ваше пространство, хотя у вас такая классная энергетика? А тут пытаются прямо пробить, продавить. Вот видишь, какая интересная четверка пентаклей. Почему такое происходит? Ну, на самом деле это неплохо. Неплохо по той причине, что нам показывает качество вашей энергетики, да, это рыцарь пентаклей, вы себе нарастили, там, знаешь, броню, и вот это, ну, не то, что эта броня, знаешь, она прям какая-то пугающая, она нормальная, она адекватная, да. Потом, может быть, знаешь, ощущение, что ты просто в каком-то мягком, нежном, сатиновом, шелковом халатике, а люди ощущают вообще вот какую-то недоступность, да, какое-то вот ощущение, какие-то прям странные такие вайбы, да, очень хочется ворваться в ваше пространство, да, но вот этот вот сатиновый халатик там шелковый, да, для вот этих людей, которые пытаются ворваться в ваше пространство, напоминает просто броню полпальца, да, знаете, как-то так вот. Знаешь, как вот у тебя уже защиты, а пространство прям подстроенные под себя. То есть, может, ты какой-то, не знаю, что, жидкий металл, да? Может, ты шелк, может, еще что-то. При этом это не создает ощущение тяжеловесности. Или, допустим, ты прям преображаешься, когда ты надеваешь там брючный костюм, и ты настолько интересна в этих энергиях, да, что люди пытаются подсмотреть, что там у тебя происходит, да? Я не вижу при этом, что это отшельнические энергии, но при этом я не вижу сильного, знаете, интереса во взаимодействии, да, с миром сейчас. Почему? Ну, потому что нам и так хорошо. Нам просто хорошо, да? Мы в каком-то своем пространстве, мы в каком-то своем мире. Нам так кайфово. Мы сильно не пытаемся вписаться в чужие правила, еще что-то. Но с нами классно. И, соответственно, вы можете наблюдать такой, знаете, ажиотаж со стороны людей, да, маглов, которые действительно хотят быть вот в вашей энергии. И ваша энергия как будто постоянно пытается быть. Но еще хочу сказать, что тут что-то яростно прям стучат в голову вам уже, да, ваши предки. Потому что все-таки, да, шестерка чаш. Шестерка же. Раз, два, три, четыре, да. Блин, как красиво, да? У нас два, три, четыре, пять, шесть. Бесконечно красиво. Бесконечно красивая колода. Абсолютно медитативная, вкуснейшая. Не знаю, какое слово другое подобрать. И вообще, как бы энергия у вас такая классная. Потому что есть ощущение, возможно, даже с первой какой-то встречи, соприкосновения с вами, общения с вами, взгляды в глаза, что вы, вот такое ощущение, что вы прям родственная душа, да? Девочки мои замечательные, обладающие, да, даром морока, умеющие за счет того, что энергетика достаточно спокойна. Знаете, вот почему даже мало знакомые люди, им кажется, что они вас знают 100 лет? Потому что в вашем пространстве безопасно. Если в нашем пространстве безопасно, то с нами хотят общаться. Да? А вы это все про себя знаете и такие, да, я как-то вот себе же безопасность создаю, как бы я к тебе не готова, да? И вот мы такие... отстраняемся чуть-чуть. Но при этом нам говорят, что нам прям в дверь уже стучат как бы наши, значит, предки, да, что-то хотят сказать по этому поводу. Ну, здесь, наверное, какой-то момент, что вы, правда, можете где-то внутри чувствовать обязательства, да, но при этом как-то отстранились. Интересно, какая прям карта силы, но здесь карта силы, видите, некий момент сопротивления. То есть лев еще не приручен. Не приручен еще. Это я так смеялась, кто-то мне тоже в магическом чате выкинул мимо серии, там, моя прабабка могла завалить полдеревни, а я использую свой дар, да, для ставок там, в букмекерской конторе где-нибудь, да, и посмотреть на бывшего. Вот. Здесь вот тоже говорят вообще, ты чего страдаешь фигнёй? У тебя такой огромный потенциал. А ты, значит, его... ни на что не тратишь или что. Потому что здесь прям претензии идут со стороны либо высших сил, либо предков. Да? Потому что потенциал ты сильно больше, а ты отсиживаешься и отлеживаешься, еще что-то. Что-то тебя хотят.
иди в трансформацию, иди посиди, подумай над своим поведением. Да? Смотри, какая красивая карта смерти. Хотят, чтобы ты переродилась. Хотят, чтобы ты, скорее всего, вышла. Знаешь, как сейчас объясню? Как будто у тебя, может быть, где-то, прости господи, темные богини и прочие сущности в каком-нибудь human дизайне у тебя там есть, как они там называются, боже мой, крест Феникса, да? Это когда человек в течение жизни постоянно в трансформациях, то есть вот с американским городом вверх-вниз, вообще, да, какой-то вот момент адреналина зависимости, и нам постоянно нужно трансформироваться, нам постоянно нужно что-то выкидывать из нашей жизни, переходить на следующий уровень, и в какой-то момент ты сказала, да пошел на всю звезду. Да? Ты слишком, вселенная, меня делаешь каким-то слишком выносливым воином. Я не хочу сражаться больше. Все, я на пенсии. Да? Моя миссия завершена. Отвалите от меня все. А тебя все-таки требуют посилия. Да, требуют. И такие, а посиди, подумай над своим поведением, потому что вот тебе столько дано, а ты нифига не выполняешь свое предназначение. Значит, отправляет тебя, да? Смерть? И ты такая, у меня же была такая зона комфорта. Что за нафиг происходит? Что по смерти из твоей жизни должно уйти из того, что тебе больше не служит? Потому что 100% все хорош. Мы должны уже, знаешь, как откидывать одеялко, как те медведи, да, просыпаться от спячки. Мы говорим, просыпайся от спячки. Потому что вот они вообще прям стучатся к тебе со всех сторон, да, в твою берлогу, да. Ты такой, ну и все, медведь спит до весны. И сейчас на самом деле время пробуждения. Из твоей жизни вот что-то должно уйти, чтобы ты тут пробудилась. Что должно уйти из твоей жизни? Так, какой-то король мечей. Смотри. Смотри, какой-то путь взаимодействия, да, с каким-то вот таким, смотри, персонажем, который очень сильно управлял твоей жизнью, управлял твоей колесницей, или те люди, которые использовали тебя для выполнения своих желаний, да. То есть там, где ты у себя вообще не в приоритете, там, где ты редко себе задаешь вопрос вообще, чего же я хочу на самом деле, потому что здесь мы в этот момент, почему вот мы как раз ушли в жезловую энергию, потому что нам нужно очень жестко отстаивать свое пространство и свои границы. И вот тут вот как бы нужно понять вообще, да, как мне, собственно, с собой уже заключить пакт перемирия, чтобы все-таки отпустить, потому что здесь есть момент внутренней выгоды, да, внутренней выгоды, когда твою жизнь, правда, управляют другие люди. Рыцарь жезлов. А, смотри, семерка пентаклей. Смотри, здесь либо какая-то зона комфорта, то есть здесь речь вполне может быть идти о том, что финансово тебя кто-то поддерживает, да, но при этом прикрывает тебе кислород тому, что с кем действительно тебе невыгодно разводиться, потому что тогда возникнут финансовые вопросы. Или я тоже недавно девочке смотрела пространство, изменение вариантов, это тогда, когда с партнером ты плюс-минус понимаешь, что ты делаешь, да, там как-то бизнес-проект. Но одна ты можешь сильно больше, но при этом тебе нужно двигаться вообще в другом направлении. И само по себе пространство может показывать, что ты переросла из желаний других людей и из их видения на что ты способна. Потому что ты способна сильно на большее. И в плане денег, да, и в плане реализации. И то есть вот это вот все, как это, уменьшительно-ласкательные прозвища, да, они все должны уйти из твоей жизни. Ну, раз уж мы с вами достаточно близки даже на общих раскладах, Давайте так, я нейтрально отношусь, например, к тому, что меня называют Анечка. Да? Но для меня, как для специалиста, вот это такая не очень, ну, приемлемая история, потому что я давно уже, да, как-то вот по отчеству там и шепотом. Вот. Но при этом я это могу к этому снисходительно относиться, но мне почему-то кажется, что это сажает меня на уровень маленькой девочки и немножко нивелирует мою ценность. И я знаю, почему люди так делают, потому что они хотят меня уменьшить, им тогда будет проще со мной общаться.
И вот здесь нам говорят, что в вашей жизни есть некие уменьшительно-ласкательные прозвища, да? Там Светочка, Наташенька, там Алиночка, Ирочка, кто у нас там? Светозарочка. Что-то еще всякие, да? Димочки, Алешеньки, там кто-то мне там сейчас смотрит, да? А нам уже так не хочется. Мы же не дети в песочнице, да? Вот это отношение, оно, правда, должно уходить. Потому что вы давно уже там по статусу и отчеству. Правда? Мне это прям подсвечивает, знаете, когда мне там люди в телегу пишут, а они такие, 22 года, там, 23, они себя по имени отчеству называют. Я говорю, боже, как меня это, конечно, умиляет. С другой стороны, понимаю, что это отстаивание внутренних границ. Я там тебе, да, не Катя, я там Катерина Сергеевна, понимаешь? Вот, и вот это все должно уходить. А что должно прийти? Да, то есть у нас всегда смерть, она дает возрождение некое. Что должно прийти? Боже, какой должен прийти ленивый чил? Потому что это даже не столько, что какой-то должен любовник новый прийти. Хотя, как знать, да? Когда мы немножко уходим из детской позиции. А это ваше состояние, это ваши внутренние вайбы. Сказать, что энергия короля чаш. То есть смотри, нам из жезлов нужно стать чашка. Фактически это, как помните, прозрелое состояние Маргариты. Мне так понравился Римс. Потому что там женщина прям закрыла вот какой-то мой давний гештальт, что я хотела долгое время объяснять, да, и что-то не могла найти слов. А тут у меня прям пространство мне прям подкинуло. И смысл как бы был в том, что у женщины там два состояния. Да, просящая девочка, как у вас сейчас, да, просящая девочка, и состояние Маргариты из серии «Когда ничего не проси». Потому что сами все принесут и сами все дадут. А почему такое происходит? А потому что женщина вот в состоянии вот этой зрелости, она чувствует, что она сама по себе дар и подарок. Да? А как дар и подарок может что-то просить? Я так, ну, срослось у меня, знаете. Вот если бы ты сказал какой-нибудь бородатый там гуру с позиции сверху, я бы не услышала. А поскольку это, видимо, женщина женщине сказала, вот так вот вселенная мне донесла, я хочу донести вам тоже, да? Что вы достаточно давно уже созрели до уровня ценности, когда не вы просите и выпрашиваете что-то, а когда жизнь вам сама дает, потому что вы уже дар, да? Вы сами уже реализованы с раскрытым потенциалом, с крутейшей энергетикой, поэтому вы дар, да? Здесь никогда просто не нужно об этом забывать. Вы дар, вы подарок, вы привилегия. И что происходит, когда мы так про себя думаем? Как вам страшно про это думать, да? Вам почему-то кажется, что «Ой, нет, если я так буду думать, я, значит, потеряю свои прежние манипуляшки, а я когда в образе капризной девочки, мне типа мир, короче, дает больше, потому что я так привыкла с детства манипулировать и выпрашивать любовь, да, и внимание». То есть мы еще боимся идти как бы в это состояние, потому что мы очень боимся потерять то, что есть. И нам страшно, потому что мы как будто не готовы приобрести больше, да? Соответственно, чтобы приобрести больше, нужно потерять вот это меньше. Вот и все. А королевство мало по третьему варианту, да? Пора уже, собственно, разгуляться. Посмотри, как тебе показывают, насколько мало королевство. Насколько тройка пентаклей, да? Смотри. Абсолютно говорящие карты. Чего тебя хотят? Чего тебя хотят? Да? Смотри, какая-то кубковая история. Что-то у нас там. Рыцарь чаш, семерка жезлов. От тебя хотят больше спонтанности, больше открытости по отношению к каким-то приключениям, да, жизненным, и больше уверенности в себе. Потому что вот здесь вот у нас очень мало инициативы. Здесь у нас реально просящая, выжидательная позиция. Просящая, выжидательная позиция. Котики мои прекрасные. Я не знаю, что будет происходить. Это не в целях того, что я там сейчас как-то нагнетаю, но после моментов Астары, Астара у нас примерно
20 марта, у вас, правда, могут начинаться какие-то очень трансформирующие, да, изменения и состояние вот этой просящей девочки. Ну, просто смотри, почему Астара, потому что, смотри, семерка пентаклей и как раз энергии, да, ну, условно, языческой Пасхи. И вот в какой-то момент перерождения, смотри, как ты красиво выходишь в позицию взрослой красивой женщины. И очень много любви по отношению к тебе, очень много неги, да, то есть тогда, когда мы действительно готовы принимать любовь от мира, да, может быть, любовь от партнера, который в разных проявлениях. Обратите внимание, как вот бережно, да, на эту черепаху льют воду, да, потому что, вероятно, она водяная черепаха, то есть понимают, что ей нужны чувства, понимают, что ей нужны эмоции, да, и дают ей это. Вот в чем дело. Самое главное, что ей это дают. Ну, а еще хочу сказать, что, опять же, из вашей жизни будут уходить партнеры, которые вот, вот видишь, он с гусем, короче, такой, да? И вот он придавил гуся и ушел, да? Ему не досталось, потому что он к тебе, скорее всего, пришел с какими-то дурными намерениями, да? Скорее всего, вот. А тут он не солоно хлебавший, да? Раздавит своего гуся и свалит во свояси, потому что, собственно, ты сделала все правильно, да? А он со своим гусем пусть там находится, где хочет. Вот такая интересная позиция была у нас по третьему варианту. Если вам резонирует расклад, конечно же, я жду от вас обратную связь. Ну и буду рада видеть вас в своих животворящих проектах. С вами была я, ваша нейроведьма.